Его превосходит тот, кто одинаково относится ко всем, будь то искренние доброжелатели, отзывчивые благодетели, сторонние наблюдатели, посредники между ним и его врагами, завистливые друзья и враги, праведники и грешники. Праведники или грешники. Он одинаково относится к тому, как люди к нему относятся. Вот есть разница смотреть одинаково на золото и камень? Ну, как бы вот. И другое дело, кто-то тебе вот в лицо оскорбляет, а кто-то тебе вот так вот, ну, дает пирожок и говорит, так вот ты мне нравишься, вообще хороший ты такой. Вот есть разница, нет? То есть камень-то таких вещей не говорит вам. Камень не говорит, и золото тоже не говорит. А вот люди говорят. И вот как одинаково относиться к человеку, который тебя ругает последними словами, и прям вот, ну, злобно так к тебе относится, прям ненавидит, нацист какой-то. Вот. И человек, который тебя вот, ну, как-то вот любит, там, что-то дарит тебе, и вот одинаково относится. Разве можно к этому одинаково относиться? Вот он может. Потому что он не ждет почести. А так как есть еще в уме есть тенденция, то есть грубые наслаждения, ну, какие-то наслаждения чувств, а есть тонкое наслаждение, когда живое существо хочет определенного признания от других людей.